Если хочешь чего прикупить, у меня есть. Тут пара вещей. И внутри еще побольше.
Что тебе нужно, мой Тан? У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Все продаем. Да, немного того, немного сего.
Заходи еще. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. Я не говорю. Да все, что доброму воину нужно. Если что понадобится, загляни в магазин. Не доводи, погляди. Тогда я пойду.
Наконец-то. Я брожу здесь так долго, что отчаялась встретить хоть одну живую душу. Меня похитили разбойники несколько недель назад. Они заперли меня в башне у туманной заставы. Я сумела взломать замок и ускользнуть, пока часовые спали. Но потом я вконец заблудилась. Прошу тебя, помоги мне. Большое спасибо. Теперь я знаю дорогу, и со мной все будет хорошо. Но с этими разбойниками надо расправиться. Они засели на туманной заставе. Давай я покажу тебе на карте. Если ты убьешь их, это будет настоящий подвиг. Thank you.
О, во имя Кин, ты меня напугал. Тут где-то бродит некромант, так что берегись. Ты мне поможешь? Он в склепе. Творит там не весь что с моими усопшими предками. Валс Верран. Моя семья никогда с ним не ладила. Но сейчас он зашел слишком далеко. Он хочет осквернить наш семейный склеп своей грязной некромантией. Урод серокожий. Моя тетушка пошла за ним, чтобы остановить его, но так и не вернулась. А один я с ним не справлюсь. Хорошо. Я отопру дверь, мы встретимся внутри. А дальше ты поведешь. Нам надо найти Валса Верана, пока он ничего больше не натворил. Надо найти Валса Верана, пока он ничего больше не натворил. Был темный эльф, будет мертвый эльф.
Эй, это собственность моей семьи. А, ладно. Бери, что хочешь, если поможешь мне избавиться от Валса. Нет, тетя Агна, Талос, почему я не пошел с ней? Он завалил дверь. Только богам известно, как он там оскверняет тела моих предков. Когда-то Агна сказала мне, что внутри есть тайная комната, где хранили опозоренных родичей. Может быть, оттуда можно попасть в главный зал? Осторожно. Я тебе голову сниму. Это все, что... Миш! Thank you.
Похоже, это то место, о котором говорила Агна. Она сказала, что медведь покажет дорогу. Проход ведет через саркофаг. Не нравится мне это, но мы все же пойдем. Эта дверь, по-моему, должна вести в гробницу, где отсиживается Валс. Пошли туда. Своих предков в Совнгард, и тебя вместе с ними. Совнгард — это миф, тупица. А теперь ты будешь служить мне вместе с твоими родичами. А? Спасибо тебе за помощь. С этой глупой игрой.
А? Пора покончить с этой глупой игрой. Прослежу, чтобы родичи упокоились с миром. А потом, наверное, задержусь тут. Я видел по дороге очень неплохую дичь. Здесь хорошая охота. Еще раз спасибо за помощь.
Ты плохо себя чувствуешь? Ты плохо себя чувствуешь? Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. Я не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Этот он серой гривой, а его стали легенды ходят. Я лишь прошу дать мне шанс. Ветер холодный. Заморозки посевы побьют. Вот как чувствую.
Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара. И внутри еще побольше. Я не говорю, что я... Лучший кузнец в Вайтране. Этот титул за Йорлундом Серой Гривой. О его стали легенды ходят. Я лишь прошу дать мне шанс. Я помогаю от... Погляди. Если что понадобится, загляни в магазин. Я пойду. Часто приходится бывать в облачном районе? Ох, что я такое несу? Конечно же, нет.